Джек Лондон. Рассказы. Сын волка. Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина. Во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме. Но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильнодействующими лекарствами. Но голод не отпускает, напротив, мучит все сильней. Человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм. И вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его, наконец, осеняет. Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим севером, он возвращается сюда вместе с женой, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма. Джек Лондон, сын волка. Близкая женщина – это значит любимая женщина. Недостает, недоставать, не хватать чего-либо, мало. Товарищи – это друзья, приятели, знакомые. Не более умудрены опытом, чем он сам. Они примерно того же возраста, не намного опытней, малоопытные. Покачать головой. Качать головой – это отрицать что-либо, сомневаться в чем-либо. Пичкать лекарствами, давать их слишком много, чрезмерно много. Голод не отпускает. В этом контексте ситуация не меняется, все остается по-прежнему, человек страдает. Сосущая пустота внутри. Можно сказать, что это тоска, желание перемен. Осенить. Это значит догадаться, додуматься, что нужно сделать. Снарядить лодку, собраться в путь и отправиться в путь, поплыть. Устремляется на юг, едет с какой-то целью. Одержим севером. Это значит, любит его очень сильно. Лишнее доказательство. Еще одно доказательство. Спасибо за внимание.